Всем привет, и в этом видео покажу вам, как установить скриптовый мод Hostages 5 в GTA 5. Этот мод добавит возможность брать заложников в GTA 5. После установки этого мода вы сможете контролировать действия NPC. Они больше не будут убегать, и вы сможете взять их в заложники. Обзор этого мода я покажу после установки, поэтому, чтобы установить этот мод, нужно скачать его с сайта GTA 5 Mods. Также нужно скачать скрипт к 5 и скрипт к 5.net, потому что без них мы не сможем запустить этот мод. После этого открываем архив скрипту 5 и открываем папку bin. Копируем файл input 8dll и скрипту 5dll папку игры GTA 5. Дальше открываем архив скрипту 5.net и копируем все файлы, кроме текстовых, папку игры GTA 5. Создайте новую папку у папки игры GTA 5 и назовите ее scripts. Но если у вас уже есть такая папка scripts, тогда создавать ее еще раз не нужно. Откройте папку scripts и после этого откройте архив мода Hostages 5. Откройте папку мода и после этого откройте папку modfiles. Скопируйте все файлы из этой папки в папку scripts, которая находится в папке игры GTA 5. Мод успешно установлен. Сейчас я запущу GTA 5 и покажу вам, как пользоваться этим модом. После запуска игры GTA 5 у вас должно быть какое-нибудь оружие. Без оружия этот мод работать не будет. После этого прицельтесь в NPC, которого вы хотите взять в заложники. И после звукового сигнала нажмите клавишу B, чтобы NPC не сбежал. NPC поднимет руки и сядет на землю. Нажмите на клавишу F10, чтобы включить меню этого мода. В этом списке вы увидите название тех людей, которых вы взяли в заложники. В этом меню вы можете выбрать другие действия, которые должен сделать заложник. Например, вы можете сказать ему лечь на землю. Также можно приказать ему подняться и поднять руки. Этот заложник уже никуда не сбежит. Но вы можете взять в заложники больше людей. Максимальное количество 10 заложников. Этими заложниками можно управлять и даже сказать им, чтобы они следовали за вами. Каждым заложником можно управлять отдельно. Вы можете ликвидировать заложника в GTA 5, если он вам не понравился, или даже отпустить. Последнего заложника я тоже отпущу, но перед этим покажу вам, что ему можно приказать следовать за вами, и он сможет сесть в ваш автомобиль. Вы можете отвезти его в другое место или другую локацию, и там вы сможете отпустить этого заложника. Этот мод очень интересный, и с этим модом можно придумать разные ситуации в GTA 5. На этом все, если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.